Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Горожанка в селе». Сегодня первый день весны. Есть такая поговорка: «Началась капель, открывай весне дверь». Вот сейчас мы ее откроем, эту дверь, и посмотрим, что ж там творится на улице. А потом кое-что приготовим. Ну что, сегодня 1 марта. Встречаем весну. Внучка оставила снеговичка. Ой, небо голубое весеннее, снег белый, капели нет. Пока еще у нас морозно. С завтрашнего дня будет потепление. Вот, но такое приятное состояние. Легкий ветерок, яркое солнце. Какие-то такие вот тени такие красивые на снегу. В общем, надо сказать, какие-то приметы весны есть. Солнце совершенно вот уже, как бы сказать, не зимнее. Такое мягкое, хорошее. Насыпем. Надо насыпать этим птичкам корм. Рассыпала. Ничего, они прилетят, тут все склюют. Чирикают где-то там вдалеке. Так что весна. Будем ее встречать. Здравствуй, весна. Давай-ка ты у нас не подводи нас. Дружненькая будь. Денек сегодня хороший. Прям вот скажем, мартовский такой. Без капели. Но капель нам такая сильная не нужна. Тут вон, видите, что наледь какая. Была вот теперь 2 дня назад. Вот. Так что... Ой, представляете, у меня вон там укрытие от роз из-под снега вылезло. Вон там в уголочке. Интересно, как они перезимовали. Вот. Ну, быстро снег начнет таять, когда придет тепло. Весной все быстро оттаивает. Вот такая вот хорошая мартовская погода. Пусть подольше она держится. Не будет слякоти, потому что иначе мы тут все потонем. Ну, весна весной, а кушать хочется. Сегодня предлагаю вам приготовить запеченную скумбрию на морковке. Вот. Приготовление нам понадобится. Заранее спассированная немного с томатным соусом морковка. Ее мы будем укладывать на дно. А количество кто как любит. Если вы будете ее кушать, то нужно побольше. Если останется у вас, то поменьше. Скумбрия, разделенная на дольки, обязательно, если она заморожена, ее разморозить хорошо, слить воду, потому что нам продают, сами знаете, рыбу пополам с водой. Вот. Ну, соус соевый и майонез. Перец, соль я в этот раз не буду применять, потому что соль как бы содержится вот в этих двух продуктах. Вот. Значит, пассеровала я морковку с томатным соусом. Он острый. Тоже соль туда не ложила. Попробуем вот так вот. Поближе, так сказать, к диетическому. Пассерована чуть-чуть на подсолнечном масле, на растительном масле. В майонез добавим соус. Перемешаем. Так получилось у нас. Значит, морковку мы положим в форму для запекания на дно. Рыбку мы будем, значит, обмакивать вот в этот соус и выкладывать на морковку. Вот. Вот так. Так подготовлено. Пусть она постоит полчаса, часик, сколько есть у вас времени.
немножко, так сказать, промаринуется. Поместили в духовку. Так выглядит рыбка. Где-то 45 минут она сидела в духовочке. Проверим. Проверим вилочкой, что тут у нас получилось. Угу. Мягонькая. Так, морковка. Морковка не подгорела. Вот так вот. Ну вот так. Картошечка. Такими вот ломтиками приготовленное. Можно, конечно, пюрешечку. Ну, вот с картошечкой. Сейчас мы проверим. Вкусно, невкусно. Продегустируем, так сказать. Рыбка запеченная. Скумбрию рекомендуют кушать. Там находятся омега-3 жирные кислоты. Полезные, говорят, для организма. Или что-то там другое. Но говорят, нужно скумбрию потреблять полезное. Вкусно. Вкусно. Запеченная мне как тоже стало в последнее время больше нравится рыбка. Тем более замороженная рыба, когда жарится, может расползтись. А это так вполне форму держит. Ну, картошка она есть, картошка, как говорится, она и в Африке картошка. Так, вот, значит, таким образом приготовленная морковка. Тоже хорошо. Вот эта вот подложечка, она как бы немножко впитывает в себя влагу, оставшуюся из рыбки. Вкусненько. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам в этот мартовский день хорошей погоды, хорошего настроения, полезных блюд на своей кухне, приготовления. Пока-пока! Заходите на мой канал, еще о чем-нибудь поговорим. С вами была я, горожанка в селе. Всего вам хорошего!